어제 피지 대사님 그 집에 갔습니다. Вчера я был в гостях у посла из Фиджи. Он просил меня, чтобы каждую субботу мы могли вместе с ним изучать Библию. Однако я не мог часто ездить к нему, но вчера я был... попил воду из Фиджи. Потом мы изучали Библию. Я был очень благодарен. Был благодарен Богу за то, что он он позволяет все это. В Библии есть книга, которая называется «Исход». И книга «Исход» описывает, как израильтяне вышли из Египта. Как израильтяне оказались в Египте? Через Иосифа. Братья mm -hmm. so продали Йосифа Египет. Когда Йосиф оказался в Египте, он стал рабом у Патифара, начальника телохранителей Фараона. Йосиф мог подумать, ну Господи, я же твой человек, что со мной происходит? Многие люди могут сказать на месте Йосифа, почему Господь Бог все это допускает?» Но если Господь Бог точно с вами, вам не нужно никакой проблемы. Потому что у Бога точно есть план. Да, жена Патифара обвинила Иосифа, и Иосиф оказался в темнице. Жена Патифара обманула его, и за попытку насильства его посадили в темницу. И он оказался в темнице, куда посадили

И как он растолковал через три дня, Виносчерпи восстановили его должность, а Хлебодара казнили. И после этого прошло два года. Виносчерпи настолько хорошо жил, что забыл про Йосифа. Через два года фараону присылся сон. Приснилось семь тучих коров и семь тучих коров, и тучие сели тучих. Потом было семь тущих колосьев и тущих колосьев и тущих сели тучи. И точно этот сон имеет какой-то смысл. Однако никто не мог разъяснить сон. И как раз Виночерпий вспомнил о Йосифе. И Йосиф пришел и растолковал сон фараона. Семь тучи коров символизирует семь лет. И семь тучих коров тоже символизирует семь лет. И колоссия, и, и корова символизируют одно. На протяжении семи лет будет хороший урожай. А спустя семь лет начнутся семь лет голода. И сказал Йосиф, да ныне усмотрит фараон мужа разумного и мудрого поставит, чтобы собирал пищу. И тогда даже во время голода люди не умрут. Фараон был в изумлении, услышав все это, и сразу поставил Иосифа правителем Египта и дал власть управлять всей страной и сказал, что только престолом я выше тебя. Когда мы читаем подобные истории, да, порой у христиан есть гонения, есть трудности, Однако не нужно бояться. Почему? Потому что Господь Бог все превращает в добро. И так Иосиф стал правителем над Египтом. Потом братья и его семья пришли в Египет жили счастье. И так начинается книга «Исход». Параон и те люди, которые жили в этот период, умерли. И восстал новый фараон, новые люди. Но какая мысль однажды пришла к фараону? Ой, израильтяне так хорошо рожают детей, они намного здоровее, чем египтяне. Хотя каждый день они делают кирпичи, но у них много детей. Мысль всего лишь пришла к нему. У нас могут быть проблемы со временем. Есть страна, которая называется Филиппины. И в Филиппинах начинается расти число населения. А в Таиланде, наоборот, не растет число населения. Таиланд — это стало государством женщин. И есть очень многие женщины, которые не выходят замуж. И число населения резко уменьшилось. И в Таиланде, хотя люди рожают детей, но если в Филиппинах или в Камбодже число риск поднимается, а в Таиланде же очень медленно растет число населения. По сравнению с Филиппинов или Камбоджи в два раза меньше рождаемых. Так вот, представляете, если подобное происходило в Египте, и фараон это увидел. Фараону казалось, что еврейские женщины всегда беременные. И хорошо рожают. Фарон приказал побивальным бабкам убивать новорожденных. Однако они не убивали детей. И фараон спрашивает, почему вы не убиваете детей? На что они сказали, израильские женщины, они здоровы, и прежде чем мы приходим, они рожают ребенка. У фараон начал переживать. И эта мысль, знаете, что сделала? Он приказал, чтобы если рождается мальчик, бросали всех в Нил. Дорогие, среди вас также, я думаю, есть женщины. И есть те, которые рожали ребенка. Пора он приказывать бросать новорожденного в реку Нил. Как вы думаете, мать, потеряв ребенка, сможет ли жить? Приходят солдаты и говорят, здесь же родили ребенка. Женщина прячет ребенка и говорит, нет, только не моего сына, только не моего сына. Солдаты забирают, берут за ногу и бросают Нил. Она говорит, нет, нет. Мама бежит за ним. Муж останавливает, просит, пожалуйста, дорогая, не делай этого. Это была реальность. Когда убили детей у израильтян, они плакали и плакали. Но кто может утешить сердца родителей? И так начинается история, как Моисей спасает израильтян. Моисей сказал, отпусти нас на три дня в пустыню, чтобы мы могли поклониться Богу. Фараон говорит, о чем ты говоришь? Что хотите принести жертву Богу? Все, больше не давайте солому. Пускай сами собирают солому, чтобы сделать кирпичи. Друзья, не спрашивают, почему вы сегодня не даете солому? А фараон сказал не давайте, он сказал, чтобы вы сами собирали солому. Раньше собирали урожай, а потом собирали солому. А здесь не хватает соломы, поэтому они не могут сделать кирпичи. Представители Израилев начинают бить. Поэтому они идут к фараону но фараон говорит, вы ленивые. Вы ленивые, поэтому просите, чтобы вас отпустили, чтобы принести жертву Богу. Поэтому мы не будем давать солому, но вы должны дать столько кирпичей, сколько вы давали ранее они не знали, что делать. Ты найти соломок, чтобы собрать столько же кирпичей. Ой, когда не было Моисея, так было хорошо, но почему он все это натворил? Оказавшись в одинаковой ситуации, люди, которые верят в Бога, и люди, которые не верят в Бога, они полностью отличаются. Когда человек заболевает болезнью рака, в первую очередь страх о смерти приходит в его сердце. Я прочитал много литературы об экологии. И также я встречал многих братьев сестер, у которых была болезнь рак. Я всегда говорю им. Летки рака появляются в нас каждый день но у нас есть иммунная система, которая побеждает клетки рака. И хотя мне 77, но я ни разу не болел раком. И хотя клетки рака появляются, но поскольку иммунная система всегда побеждала, поэтому клетки рака не выживали. Это касается всех нас. Да, порой нарушается баланс ухудшается иммунитет, и тогда у нас может появиться болезнь рак. Однако, если иммунная система восстановится, тогда мы сможем победить болезнь рак. Я всегда говорю об этом. Хорошо спите, хорошо идите. Занимайтесь спортом. Рак это не проблема. Но люди же воспринимают по-другому им приходит страх, и они начинают думать о смерти. Люди, которые болеют одинаковой а болезнью, те, которые думают, что они умрут, те, которые думают, что они выживут, они по-другому думают совершенно. Если будет вера, что они выживут, тогда увидят, как Бог действует, это удивительно. Когда Иоанна ужалил Скорпион, я не мог ничего особенного сделать ему, но я мог передать силу для его души. Я сказал, Юань, тебя ужалил африканский скорпион, и ты умираешь. Но я читал Библию. Чтобы победить я скорпион, тебе нужна сила. Юань, я читал сегодня Исаия 40, как вы 31 стих. И здесь написано, надеющиеся на Господа обновятся в силе. Юан, Библия — это Слово Бога. Бог ни в коем случае не обманывает. Попробуй уповать на Бога. Тогда Господь Бог точно обновит твои силы. Если Он не обновит твои силы, значит, Он обманщик. Но Бог даст тебе силы. Рак или яд — это не проблема. На протяжении 15 минут я говорил об этом Юану. Йоанна ужалил скорпион, и он даже умер. Больницы сделали сердечно-легочную реанимацию, и он выжил. Но его состояние было ужасным. Все говорили, что он умрет. Самому Иоанну было так больно, что он думал, лучше я умру. И тогда он вспомнил, как тогда, когда он уезжал в Либерию. Его отец в аэропорту he крепко обнял. Пришла мысль, что он хочет умереть в объятиях отца. Uh, У него было uh, такое сердце. И kind of в этот момент я позвонил ему. От Сеула до Либерии нужно and на самолете лететь 18 on. часов. Нет прямых рейсов, нужно лететь через пересадку. Даже если я пошлю лекарства, уже <плес> будет слишком поздно. Потому что врачи сказали, что им осталось 3-4 часа. Я сказал Йоанну. Я сказал представителю нашему. Могу ли я поговорить с Йоанном по телефону? Да, конечно. Йоанн, возьми телефон, это пастор Супак. Я взял трубку. Я спросил, «Йоанн, слышишь меня?» и yes, mm -hmm. тебя ужалил африканский скорпион ты умираешь uh -huh. тебе осталось два или три часа максимум но yeah. юан послушай uh -huh. меня uh -huh. сегодня утром я читал библию сая 40 глава 31 стих господь бог говорит он сказал надеющийся на господа обновятся в силе uh -huh. юанн 66 книг Библии — это Слово Бога. А Бог никогда не обманывает. Если ты будешь надеяться на Господа, чтобы победить яд Скорпиона, тебе нужна новая сила. Если ты будешь уповать на Господа, Господь обязательно обновит твои силы. Он никогда не обманывал. Неважно, какой жизнь ты жил до сих пор. Неважно, в каком положении находишься. Не думай о положении. Смотри на Бога. Верой в Господа. Если ты будешь надеяться на Господа, Господь обязательно обновит твои силы. И тогда ты сможешь победить яд Скорпиона. Йоан, ты понимаешь меня? На протяжении 15 минут я передавал ему слово. Затем я положил трубку. В конце я сказал Йоан, вставай. Тем я позвонил в Америку, в Даллас. Пастор в Далласе, здравствуйте. Йоанна ужарлил Скорпион, и он умирает. Давайте вместе будем молиться. Пожалуйста, братья и сестры молятся за него. Позвоните родителям Иоанну. И скажите, что его сына ужарлил Скорпион и умирает. Пускай они тоже молятся. Мы молились. Иоанн находился при смерти. Но у него появилась вера, что если я буду надеяться на Господа, Он обновит мои силы. Не было никакой пути, не было никакого решения. Не было никакого решения. Но Иоанн смотрел на Господа. Он уснул. Господь Бог обновил силы Иоанну. Была медсестра, которая была дежурной в тот день. Рано утром она проснулась. Она подумала, а, этот молодой человек, наверное, умер. И она подошла к нему и увидела, как его давление поднимается. Она была в изумлении. Она побежала к врачу и сказала, врач, чудо произошло. Его давление восстановилось. Когда мы с Ионом говорили по телефону, у него было давление 20, а температура у него была плюс 17 градусов. То есть он был почти трупом. Но здесь поднимается давление. Это было удивительно. Господь Бог решил вывести израильтян из Египта. Но фараон говорит, что не отпустит, не дает солому. Они не успевали делать кирпичи. И старейшин побили за это. Почему вы не даете такое же количество кирпичей, как было ранее? И они подошли к фараону и попросили помощи. Но фараон сказал, вы ленивые, вы ленивые. Вы ленивые, поэтому хотите принести жертву Богу. Ничего не знаю. Делайте столько кирпичей, сколько вы делали ранее. Не буду давать солому. Мы же жили хорошо. А тут пришел Моисей и все испортил. Теперь нас даже бьют. Мы ведь до сих пор могли не собирать солому. Что это такое? Они начали возмущаться. Что здесь важно? У них не было веры в Бога если бы они думали иначе. Бог ведь сказал, что Он спасет нас. Значит, Он освободит нас. Даже если нас будут бить, Он спасет нас. Господь Бог освободит нас. Моя супруга, когда родила ребенка, и когда наш ребенок был брошен в Нил, Моя супруга сошла с ума. Но теперь мы сможем освободиться из этой страны. Мы будем свободными. Даже если нас бьют египтяне, мы сможем приобрести свободу. Мы сможем освободиться. Ладно, пускай бьют. Будем считать, что это массаж. Это все равно последний раз. Мы выйдем отсюда. Но жалко. У них не было такого сердца. Хотя увидели обещание Бога. Но в их сердце не было слова Бога. И это маленькое страдание. Ведь на самом деле они в Египте получали еще больше страданий. Когда их дети были брошены в Нил, они сходили с ума, страдали и мучились. Если женщина не рожала ребенка, кто сможет понять их горе? Может говорит, дорогая, ты так старалась. Но когда мы освободимся из Египта, давай мы родим десятерых детей. И будем хорошо кормить их. Мы будем счастливы. Мы скоро уйдем из Египта. Если бы у них образовалось такое сердце, у них была бы безграничная благодарность. Как они бы могли радоваться? Пускай бьют ничего страшного. Пускай будут трудности. Пускай я испытаю эти тяжести. Для них это не было бы проблемой. Родить ребенка – это ведь такое славное дело. Но мы должны были печалиться каждый раз. Нужно было просить, чтобы была дочь, а не сын. Но когда рождался сын, то мы переживали, потому что нас отбирали с сына. Мы думали, как его спрятать, как сделать, чтобы его защитить. Такую мучительную жизнь они вели в Египте. И Бог говорит, что Он спасет их из Египта. Но знаете, так жалко людей. Потому что если наше сердце идет чуть-чуть впереди, то нужно следовать за сердцем Бога. Да, они и так делали кирпичи. Ой, разве фараон сможет победить нашего Бога? Неужели Бог не сможет одержать победу над фараоном? Фараон может погибнуть. Господь Бог отомстит за нас. В день, когда мы уйдем из Египта, Бог убьет всех первенцев в Египте. Хорошо, попробуйте. Все равно мы сможем освободиться. Но израильтяне не могли приобрести такое сердце. Они начинают погружаться только в проблему. Спасенные христиане, как будто пробуждаемся от сна, мы должны пробудиться от проблемы и смотреть на Бога. Нам не нужно страдать из-за проблемы или из-за тяжести. Есть много проблем. Однако, если Господь Бог будет со мной, как Он будет решать эти проблемы? Какую радость Бог даст? Что же Бог хочет дать? Бог даст землю, где течет молоко и мед. И Бог будет вести, чтобы мы могли хорошо питаться. И тогда у них образуется безграничная благодарность. Но дьявол во всех наших делах бросает тьму. И мы страдаем во тьме. Боимся, что будем испытывать тяжести. Боимся, что будут гонения. Боимся, что мы можем завалить онкологии. Боимся, что мы можем что-то утерять. Боимся, что могут возникнуть тяжести. Но наоборот, если подумать, если у нас будут трудности, тогда мы сможем увидеть живого Бога. Христиане должны думать именно так. Однако христиане думают иначе. Как бы не было тяжело. Раз есть тот, который сможет победить Бога, который со мной. Даже если мне тяжело. Я же тот, который живу Богом. Разве кто-то может разлучить меня от любви Божией? Если послание к на 8 главу, написано, «Все все преодолеваем силой возлюбившего нас». Сегодня многие христиане, когда заболевают болезни рак, они не думают, что нужно победить болезнь рак. Они думают о смерти. Ой, было бы хорошо, если моя дочь вышла замуж, и я умер. Ой, я хочу умереть после того, как я смогу родить ребенка. Я хочу еще немножко прожить. Все думают о смерти. Но когда они побеждают болезнь рак, когда Бог будет действовать, когда Бог будет давать силы, чтобы он победил болезнь рак, я буду свидетельствовать об этом. Сестра Ким Юнок. иногда мы общаемся с ней через интернет, я просыпаюсь в 4 утра и полчаса где-то готовлюсь. Порой что-то пишу, а когда есть время, я звоню ей. Однажды сестра Хмио отправила мне письмо. Она встретила женщину по имени Джейми. Она сказала, что then, она общалась с ней. Пастор, пожалуйста, передайте ей слово. Я сказал, хорошо. Мы договорились, что в 4.30 утра будем общаться. И на следующий день она позвонила. Из программу Zoom сестра Ким Юнок и я начали общаться. Я совершенно не знаю английский язык, поэтому сестра Юнок переводила мне. И было так хорошо, каждый раз, когда я даже слушала слово, она менялась. Бог давал ей надежду. Кто я такой? Слуга Божий. Я сею Господа Бога. И когда Бог растет в сердце человека, и проблема, и трудности уменьшаются, хотя слово остается, когда слово растет, тогда положение уменьшается. Да, она еще болеет. А она еще имеет болезнь и рак, но в сердце сестры есть счастье, есть надежда. Она говорит, пастор, спасибо вам большое. Она свидетельствует, как она смогла освободиться от онкологии. И тогда люди прислушиваются к ней. И эта женщина тоже приобрела веру, как у сестры Ким. Бог будет у нее действовать. Конечно, я не могу часто звонить им. Может быть, раз в неделю. Или два раза в месяц. Когда я общаюсь с ней, Иисус Христос действует в нашей беседе. Иисус действует у женщины по имени Джейни. Разве за это нужно платить? Нет. Где-то 20-30 минут мы всего лишь общаемся. Но мы могли увидеть, как эта женщина начинает оживать. Мы люди, которые имеют такого Бога. Не думайте, что какая-то проблема — это ваша проблема. Вы едины с Богом. Если я буду един с Богом, мои проблемы станут проблемами Бога, и Бог будет действовать. А Бог никогда не дремлет. Бог не тот, который отворачивает лицо. И мы приобретаем веру в такого Бога. Это удивительно. Пока идет время, шло время, и люди забыли про Иосифа. Время унесло жизнь Иосифа, родились новые люди, новые цари. И царь, конечно, знает историю, но ему нужно было защищать свою страну. И поэтому израильтян он начал порабощать. Дьяволу вложить такую мысль очень просто. Нам нельзя следовать за всеми мыслями, которые у нас появляются. Порой сестры приходят ко мне. Есть вопрос, который я всегда задаю. Я спрашиваю у них. Скажите, вы можете отличить вашего мужа от других мужчин? Если она не может отличить своего мужа от других, это даже не женщина. Все могут это сделать. Это, вот что нужно сделать. Нужно отличать голос Бога от голоса сатаны. Иисус наш муж. Если мы будем отличать голос Иисуса от дьявола, тогда будет очень легко вести духовную жизнь. Кто-то говорит, ой, это так сложно. Иногда я различаю, иногда нет. Знаете, когда мы обращаем на тон голоса или на акцент, тогда мы можем отличить голос мужа. Ой, кто-то обманывает, говоря, что это мой муж. Очень просто. Нельзя следовать за этим голосом. Однако большинство людей слушают голос сатаны. Они впадают в переживания, в трудности. Умерли израильтяне. Умер, и фараон прошло много времени, и появились новые люди. И в сердце нового фараона, какое сердце появилось? О, этот народ израильтяне. Их слишком много. Это опасно для нашей страны. Если они объединятся с нашими врагами, тогда во время войны мы можем погибнуть. Поэтому нет другого способа. Поэтому сказали, что если рождается мальчик, бросали в Нил. Бог решил спасти зратян из Египта. Во время жизни Авраама, Бог сказал Аврааму, Мои потомки они будут в Египте и потом будут в рабстве и потом выйдут оттуда и вернуться в эту землю сказал Бог. Воля Бога заключается в том, что израильтяне вышли из Египта. Вот такое обещание Господа Бога. Но нас ведь держат сейчас в плену. Тогда что является правдой? Какая сила Божья, та, которая хочет нас держать, или та, которая хочет освободить? Да, хотя нас держат, но мы сможем выйти из Египта. Мы будем счастливы. Мы пойдем в землю, где течет молоко и мед. Весь такой верой. Если смотреть только на положение, то, конечно, станем самыми жалкими христианами. Однако Бог не думает о нас так. Бог не оставляет нас. Единственное... Нам нужно соединиться с Богом сердцем, тогда Бог сможет действовать. Если вы соединены с дьяволом, тогда вы будете людьми дьявола. Если же вы поверите в Слово Господа Бога и соединитесь с Ним сердцем, тогда вы будете людьми Бога. И тогда удивительная сила Господа Бога будет проявляться через нас. Это удивительно. Хотя мы не можем видеть глазами, хотя мы не можем держать руками, но Бог точно жив в нас и действует. Недавно я встречался с министром по делам образования в Намибии, и мы общались. Во время молодежного лагеря в Корее мы получаем приглашение от правительства Кореи. И мы с министрами из других стран посещаем парламент Кореи. И тогда организаторы указывают мне... Чтобы от города Пусан до города Сансан я передавал слово одному человеку. И от Сансана до Сиула, чтобы я передавал второму слово. И обратно, когда из Сиула до Сансан тоже передавал слово. И до Пусана четвертому. То есть четыре человека общаются со мной, пока мы едем в Сиул. Министр по делам образования из Намибии, она была настолько выше меня. Она начала со мной общаться. И она говорит, знаете, Бог меня благословил ростом, и всегда мне нужно наклоняться, чтобы говорить в микрофон. И так в Корее однажды мы ехали с ней в машине, был переводчик, я сел впереди, был водитель, и министр ехала сзади. И министр сказала, Пастор, я получила прощение грехов, получила от Духа Святого, получила спасение, но я грешница. И мы начали спорить по этому вопросу. Когда мы почти приехали до города Сансан, она получила спасение. Она очень сильно изменилась. И теперь она называет меня старшим братом. У меня есть две младшие сестры. Знаете, где они? Министр по делам молодежи Танзании называет также меня старшим братом. И министр Намибии должен называть меня старшим братом. В этот раз мы встретились с ней. Мы говорили по разным вопросам. Мы были очень рады видеть друг друга. В Намибии проживает 2 миллиона человек. Очень хорошая страна. Есть очень хорошие условия для жизни. И она сказала, что хочет получить технологии из Кореи. И если мы откроем технику, она сказала, что будет хорошо. И она приглашала у нас. И мы договорились, что мы будем заниматься подобной работой. Человек, у которого есть Иисус, и человек, у которого нет Иисуса, они будут полностью отличаться. Сатана делает, чтобы в сердцах людей, которые получили спасение, Сознание действует разным способом. И самый его любимый прием ⁇ это возвышать нас. Когда мы становимся теми, которые что-то можем делать хорошо, если мы начнем думать о себе положительно, тогда у нас формируется сердце, которое верит в себя. И наоборот, чем мы слабее, тем мы меньше верим в себя. То благословение, которое Бог дал мне. Когда мы получили спасение, я все потерял. У меня не было никакой надежды на лучшее будущее. Я понял, что если я буду верить в себя, тогда я все потеряю. Среди наших служителей есть те, которые впадают в грех. Почему это происходит с ними? Когда они начнут думать, что я делаю хорошо, я лучше, чем тот человек. Я лучше, чем тот служитель. Я лучше, чем пастор Уксупак. Когда такое сердце формируется в служителей, с большой скоростью они впадают в грех. Если мы не будем погружены в Библии, тогда я думаю, ой, я же хорошо работаю. Люди получают спасение. Так хорошо. И потом они начинают пренебрегать слова других людей. «Ой, да что он может знать? Я лучше знаю, я лучше могу». Дьявол очень хитро искушает нас. Моисей сказал израильтянам, «Бог послал меня к вам, чтобы избавить вас из Египта, и мы сможем выйти из Египта». Да, получая руководство от Бога. Моисей получил Диане, показал чудеса. Израильтяне были благодарны Богу. Ой, Господи, ты наконец-то хочешь нас освободить из Египта. Поэтому ты послал Моисея. Ой, спасибо тебе, Господи. У них начала появляться надежда. Да, Бог нас не оставил. Он спасет нас. Теперь можно не бросать наших детей в реку Нил. Мы также сможем свободно рожать. Но... Они не сразу вышли из Египта. Фараон начал противиться. Ой, мы хотим пойти и принести жертву Богу. Фараон сказал, вы ленивые. Все, больше не давайте им солому. Не помогайте, увеличьте число кирпичей, которые должны получить. Пускай работают. Израильтяне столкнулись с трудностью. Ой, почему подобное происходит с нами? Он же сказал, что мы выйдем из Египта. Где Бог? Почему он не действует? У них образовалось такое сердце. Верующие в Бога не должны думать так. Ой, Господи, сегодня меня били египтяне. Спасибо тебе. Ты видел все это. Бог, поторопись, освободи нас поскорее из Египта. Пожалуйста, выведи нас. Вот так мы должны идти перед Богом. Но многие братья и сестры, когда сталкиваются с проблемой, забывают обещание Господа Бога, не смотрят на Бога, следуют за голосом дьявола, следуют за плотью, следует за отчаянием. Они находятся в страхе, мучаются и ровчут перед Богом. Мы с братьями изучаем книгу Йов. Каждую субботу мы встречаемся с братьями и обсуждаем те трудности, которые были у Йова. И вчера мы это делали. Но мы... Ведь знаем конец истории этой. Нужно перелистать несколько глав. И мы ведь знаем, что Йов приобретет намного большее богатство и детей. Бог благословил Йова. Да, были трудности, были тяжести у жизни Йова. Но это стало стадией, чтобы он получил благословение. Но дьявол говорит Йову, Йов, смотри, где Бог? Он же не действует, где же такие трудности, болезни, тяжести. Когда мы читаем Библию, да, хотя у Йова были многие трудности, тяжести, но в конце концов он не оставил Господа Бога. Он любил Бога. Тот, который дал, тоже есть Бог. Тот, который забрал, тоже есть Бог. Я буду славить Господа Бога. Вот что нужно нам. Христиане, мы определены, чтобы получить благословение Бога. Даже если мы ничего не делаем. Мы те люди, которые получили безграничную любовь Господа Бога. В том месте, где мы стоим сегодня. Бог ведет нас в место благословения. И наоборот, сатана ведет нас в путь отчаяния. Ой, хотя я получил спасение, но не было никакого деяния. Я не смог получить хороших родителей. У меня были такие трудности. Дьявол без конца шепчет нам, не получится у тебя, не получится, не получится. Но если мы можем отличить голос сатаны от голоса Иисуса, то ничто не будет проблемой. Однако, если мы не сможем отличить голос сатаны и примем голос сатаны, тогда христиане теряют силы, теряют веру, они падают, в конце концов, встречают крах. Закройте глаза и смотрите на Бога. Подумайте, как Йов победил те испытания. Какие испытания прошел Моисей? Какие испытания были у Юсифа? Какие трудности были у Давида? И какой был у них конец? А сейчас я иду по пути Давида. А сейчас это такое время, когда нужно убегать от саула. А сейчас это есть время, когда египтяне бьют израильтян. Если Бог будет действовать... Тогда Бог будет совершать надежду в моей жизни. Вчера я давал интервью 57-го канала из Америки. В октябре мы планируем провести библейский семинар. Я не обещали, что будут транслировать проповеди семинара по своему каналу. Я был благодарен им. Многие американцы, они услышат слово. Я спрашиваю, Господь, какой я человек? До спасения я был бесполезным. Но ты взял мою правую руку и вел до сегодняшнего дня. Все, что я не мог представить, происходит со мной. Он сделал, чтобы я правил отдел миссионерской школы, отправлял служителей. И каждый раз Бог делает, чтобы я встретил нового Бога и увидел новые деяния Его. Он меня защитил в армии. После армии, когда я работал в Химчонье, были трудности. Но эти проблемы не закончились проблемой. Они всегда стали условием, чтобы я увидел деяния Господа Бога. Никакая трудность не заканчивалась трудностью. Они всегда заканчивались прекрасным образом. Когда из-за коронавируса весь мир находится в страхе, Бог открыл широкие двери. Бог открыл пути во многие страны, чтобы мы могли работать, за что я был благодарен Богу. Позавчера я общался с губернатором из области Абиджа. Котдива является самой развитой страной в Африке. Президент Котдива рассказал, чтобы стать развитой страной, нужно не только развиваться экономически, нужно, чтобы морально мы развивались. И в кабинете премьер-министра есть человек по имени Джори. И президент указал ему, чтобы он нашел человека, который может развивать внутренний мир кодиварцев. И он был на ноябре прошлого года. Зимой приехал в Корею, и у него были только тонкие вещи. Я помню его. Знаете, мне однажды кто-то подарил пальто, которое никогда я не одевал. И я подарил ему. Я думал, что он не возьмет с собой в Африку, потому что в Африке тепло. Но он взял с собой в Африку. А тот плащ, который я ему подарил. И летом он пришел ко мне на встречу в этой одежде, хотя было так жарко. Знаете, приехав в Корею, знаете, что он сделал? Он посмотрел нашу школу Линкольн. Он был очень сильно удивлен. Нигде в этом мире нет таких школ. Это очень хорошая школа. Увидев школу Линкольн, я ему рассказал, как мы начали эту школу. Он видел, как наши учащиеся учатся, как они живут, как они беседуют с иностранцами, как проходят занятия. Он удивлялся. И секретариата королевства Эсватини увидели нашу школу. Они сказали, что эта школа лучше, чем Королевская школа Великобритании. Я, конечно, сейчас не рекламирую нашу школу. Но я думаю, что если все за границей узнают про нашу школу, то все дети президентов будут учиться у нас. Мы подписали меморандум о том, что правительство кут принимает майн образование, которое мы проводим. Есть мэр и в то же время губернатор Абиджан. Он был у нас в Корее и получил спасение. Он, знаете, считает себя моим младшим братом. Он выдающийся человек. Он находится на позиции больше, чем мэр Сеула. Он сказал, я хочу открыть больницу. И мы недавно обсуждали этот вопрос. Я сказал, я смогу вам помочь этим, этим. Он сказал, я хочу открыть лучшую больницу в Африке. И мы обсуждали план этой больницы. И он приготовил все условия, чтобы мы могли проводить лечение язвы Бурунди. Знаете, у нас ничего хорошего нет. Но Бог, который во мне, это не тот, который подобен мне. Когда я являю Господа Бога, Бог дает свет. Когда я показываю себя, от меня исходит тьма когда Слово Господа Бога будет живо в наших сердцах, то какая разница, что Бог говорит? Если, например, нет солома, ничего страшного. Но из-за мы можем прочитать Библию от тех израильтян, которые ропщут на Моисея. Но Бог освободил их из Египта. Да, были на этом пути трудности. Но они пришли в землю, где течет молоко и мед. Но каждый раз, когда были трудности, наше сердце возмущается против Бога. Для того, чтобы поставить нас в самом славном месте. Господь Бог берет нас, чтобы явить свою славу. Бог кладет в нас свое сердце и хочет трудиться у нас. Дьявол де делает, чтобы мы не считали дорогим это спасение, чтобы мы легко пренебрегали Евангелие, чтобы мы легко относились к церкви, чтобы мы легко пренебрегали служителей, чтобы каждый был опьянен своими талантами. И, И те люди, рейтинг, которые оставляют они служение, служебные. они подобны израильтянам. Я желаю, чтобы вы не следовали за положением, с которым вы столкнулись. Необходимо бороться с вашими мыслями. Бог победит любое положение ваше. Всемогущий Бог вместе с вами. Хотя мы бедные, но мы не бедные. Хотя мы некрасивые, но мы не некрасивые. Хотя у нас есть недостатки, но у нас нет недостатков. Через Господа Бога, получая Его Слово в обещании, мы стали Его детьми. Живете ли вы с этим сердцем? Скажите, сердце Бога, есть ли оно у вас? Тогда почему вы переживаете за маленьких проблем и трудностей? Не нужно бояться. Мы люди, которые сможем изменить мир через истинного Христа. Неважно, кто вы, если будет действовать Христос, никто не сможет преодолеть вас. Никто не сможет победить вас. Но если вы будете обмануты дьяволом, Бог не сможет действовать. Я желаю, чтобы вы утвердились в вере, чтобы вопрос вашего будущего, ваших детей, вы поручили Богу. Я желаю, чтобы вы не следовали за вашим планом. Тогда Господь Бог будет вести вас славный Ханаан.